И вот мы зашли в квартиру. Посмотрите, какая кухня. Вау, просто супер. Это целая комната. Здесь даже диван есть. В общем, сюда можно приезжать в гости с ночевкой всегда. Все поместятся. Очень красиво. Подъезд, кстати, тоже классный. Там картины висят. Да, вот. Такой вид с окна, мне очень нравится, Надя, класс, класс. Главное, что это своя квартира. Вот, домочадец такой. Да, вот. Так. Вот тут мы еще не Это благоустроили до зал, да? конца. Да. Тоже вот шкаф делали. Да. Хотя вот эти деньги не возвращаются в том случае, если квартиру будут продавать, да? Так, сейчас, подожди, Надя, сейчас снимаю. Цветы такие вот красивые. Балконы застеклили. Класс, класс. Ох, там еще и такой уголочек, предбанничек. И тут места мало. Да здорово, здорово. Так, поехали дальше. Очень уютно, Надь, прям классно. Так, это понятно, санузлы. А это у вас спальня и рабочий кабинет Виктора, да? Должна быть только спальня. Кабинет будет на балконе. Это отдельно Ага. его туда выселить. Все еще Тогда нам впереди. доделают шкаф. Угу. Да, привет, привет. Классно, Надя, мне очень нравится.